День рождения 1 ноября. Какой знак зодиака, характер детей, взрослых, имена? Подпишись на рассылку гороскопа еженедельно. Получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденные 1 ноября. Значение дня рождения. Первый день ноября способствует рождению персон амбициозных, чрезвычайно сложных в общении, с явно преобладающими отрицательными чертами характера. Они легко выходят из себя, при этом скрытны, в них чрезвычайно развит дух противоречия. Если вам также суждено было появиться на свет 1 ноября, знак зодиака у вас Скорпион, и он виной в вашей агрессии и чрезмерному самомнению. Вы склонны всем и вся доказывать свое мнение, не утруждаясь убедиться в его истинности. Ваш тяжелый нрав может существенно испортить всю вашу жизнь и навлечь на вас одни лишь несчастья. Первоочередной задачей для вас и единственной возможностью стать счастливыми является длительный тяжелый путь к самосовершенствованию. Через искоренение недостатков и культивирование любви к миру. В достижении поставленных целей делает непреклонными знак зодиака людей, рожденных 1 ноября. Найдя свое любимое дело или интересное занятие, они погружаются в него с головой, направляя на него все свои жизненные силы. При этом, чем сложнее и опаснее будет выполняемая ими работа, тем для них она привлекательнее. Рутина и однообразие губительнее всего для тех, кто рожден был 1 ноября, знак зодиака делает их заядлыми авантюристами, везде ищущими экстремальные, даже угрожающие события. Это дает возможность им выпустить пар и направить свою агрессию в то русло, где она не сможет никому навредить. Вообще, они редко могут нанести кому-то смертельную обиду, хотя своего они готовы добиться во что бы то ни стало, они никогда не будут идти по головам. По-вашему, влияние знака зодиака заметно на поведение людей, рожденных в этот день? Это влияние слабо выражено, конечно, 1 ноября, влияние знака Скорпион по своей природе они являются бойцами, которые считают нападение не только лучшей защитой, но и верным способом достичь всего, чего они желают. Самоуверенность и осознание своего едва ли не всемогущества у скорпионов, которые родились 1 ноября, просто феноменальны. Но их легко ранить и задеть, они зависимы от оценок окружающих, трагически переносят критику в свой адрес. Хотя внешне кажутся непоколебимыми, если не находят словесных аргументов, не раздумывая, ввязываются в драку. Вместе с тем их отличает некая беспечность по отношению к оппонентам, на фоне своей самоуверенности они нередко недооценивают тех, с кем состязаются. В связи с этим рожденные 1 ноября всегда и непременно должны стремиться к объективности, адекватно оценивать все, что их окружает. И до конца разобраться с собственным внутренним миром, понять, где их возможностям есть предел. 1 ноября родилась актриса Айшвария Рай. 1 ноября 1973 года миру явилась болливудская киноактриса, успешная модель с внешностью красавицы из восточной сказки Айшвария Рай. Ее красота была признана и высоко оценена на самом престижном в своем роде конкурсе красоты еще в середине 90-х годов ха-ха столетия. Впервые на большом экране она появилась в 1997 году в индийской мелодраме «Дуэт». «Миллениум» стал триумфальным для этой красотки, в частности, картина «Разум и чувства» заставила говорить о ней во всех уголках мира. Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?